Ох, народ, скажу я вам, люблю же я ездить туда, куда, блядь, не знаю, не помню, кто он там гусей не гонял, блядь. Тут нашел какую-то грунтовку, съехал, типа, и почти заехал, можно сказать, в джунгли, блядь. Но дальше не полез, думаю, потом, блядь, вообще заблужусь, и буду потом я тут по тайландским джунглям блудить. Не знаю сколько, хотя в рюкзаке все с собой снаряжение есть, но блудить неохота было. Ладно, едем дальше, что-нибудь ищем интересное. Привет, ребята, это я, Алексей, с вами. Тут случайно ездил, увидел слонов. Вернее, слоненка маленького, извините, простыл, заехал в рощу и увидел, вот там тут местные собирают каучук. Настоящий сок каучуковый. Вот даже попробовал резиной и резином, блядь. Это каучук. И под каждому дереву прикреплена. То есть роща посаженная, видно, что ряды четко стоят, и это, я говорю, там тут насечена вся, и видимо с каждым разом ее подрезают, чтобы бежал свежий сок, но он уже тут высохший, внизу там вот. Внизу вода, дождь был, червячок какой-то там. Ну вот, так собирают сок, кто не видел. Я сам первый раз живую вижу. Самому стало интересно. Я говорю, буквально вот, там карьер какой-то. Тут дорога, вот видите, где я путаюсь, так сказать. И вот опять еще одно дерево тут перевернуто. Подойдем к другому, вот везде, вот сок, сейчас не бежит, я говорю, вот, пытаюсь, ну говорю, резина, настоящий каучук натуральный, а. С вами был я, Алексей, едем дальше что-нибудь искать, всем пока.